Смертельное ДТП на трассе Одесса-Южная. Сегодня рано утром в 30 километрах от Одессы водитель «шестерки» не справился с управлением. Автомобиль закрутил и отбросил на встречную полосу, прямо под фуру. Водитель КамАЗа пытался избежать аварии, но, увы, не смог. Автомобиль ВАЗ-1106 под управлением водителя, молодого парня, 89-го года рождения, двигался в сторону Одессы, со стороны города Южный. Не справился по предварительным данным с управлением автомобиля, его транспортного средства, произвел выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем КамАЗ. В результате аварии водители, пассажир «Жигулей», парни 23 лет, погибли на месте.